В Мурманске начался сезон дорожных ремонтов. На одних объектах заменят небольшие участки полотна, на других, как, например, на улице Загородной, будут капитальные работы. Здесь благоустройство ведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Тему продолжит Кристина Харатова. Дорога на улице Загородной стала первым крупным объектом, который начали ремонтировать в этом году. Работами здесь занимается карельская компания «Магистраль». Завершить обновление объекта должны в конце августа. Помимо новой асфальтно-бетонной дороги, здесь появятся два тротуара, ограждения и лестницы. А также будет установлено новое освещение и ливневой канализации. Стоимость контракта 35 миллионов, они позволяют все необходимое выполнить, но еженедельный контроль, строгий контроль, то, что мы прекрасно понимаем, имеем конкретные примеры, когда подрядчики работы выполняют некачественно и не своевременно. Так что работы уже начаты, еженедельно будем контролировать и в сентябре месяце предъявим результат мурманчанам. Данный участок дороги имеет сложный рельеф. На склоне разбит газон и растут деревья, которые могут вызвать сложность при ремонте. Поэтому с ними будет проведена отдельная работа. Следующее совещание у нас будет отдельным вопросом обсуждения, что у нас с выбраковкой деревьев, больные деревья, те, которые нуждаются в замене, и сколько деревьев мы сможем сохранить для того, чтобы вот максимально уменьшить снос зеленых насаждений. Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы участки на улицах Инженерная, Генералова, Нахимова, Николаева и проезд вдоль 178-го квартала.